продолжаю играть. Надо попытаться 300 монет Apex заработать. То есть апнуть 5-й левел Battle Pass. Смотря как играть с другой стороны. Блин, могли бы сделать один бесплатный кейс с этими скинами. Ивентовыми. Ну, типа выбиваемыми за ачивки. Был.
летит. Надо было щейку взять. Все равно эти ебучие фрезы нахуй. Хотя, зачем я выкинул?
за проблемы с слайдами? А, погоди. Залез. Кто-то реально с Вингманом играет. Thank you.
пошли туда. Всего 5 кило, пиздец. Ну чё, суки, все застили. Ну ладно. Ну да, они там убивали кого-то постоянно. Пятый уровень пропуска. Там музыка на 7-м. Так. Получается, я хотел вот это купить. Баннер, да? Блять, серьезно. Пиздец. Ну и кал. Да уж. Ну и кал. Рейв не выпал. Может, на другом аккаунте получше будет. Я не знаю. Так, что-то я хотел посмотреть. Мне получается на Ватса надо еще поиграть. Что это такое? Ретро-набор побег, что это?
ебанутые, блядь, напридумывали хуйни. Типа открывать кейсы, там что-то за 10 кейсов награды какая-то дается, я так понимаю, потом еще за 10 кейсов какая-то награда. Но это чушь. Странно.
запись, так сказать. Это пиздец. Мне перс просто катается со стороны в сторону. Будет сложно так играть. Пиздец. Персы бросают в сторону. Да.
Пиздец. Да, да, блядь, что происходит? Ебать, пули летят смешно. Охуенный на дреге. Ресл, кстати, было. Thank you.
бля, невозможно нахуй. Сезон какие-то проблемы. Вот так, блядь. Меня резнули. Меня перса откидывает в сторону. Я вообще не понимаю, что я должен делать.
как же ты надоел. Сука, так часто не подключается, я просто заебался нахуй. Столько проблем, блядь. Но это, конечно, возможно, не именно в Апексе проблема с подключением. Это все, наверное, Роскомнадзор, блядь. Всякие IP поперебанил. Ну, не знаю точно, как это работает. Скорее всего, из-за этого. Не, ну, блядь, то, что у меня было в том матче, это такой пиздец. Это... Вы не представляете. Вообще невозможно стрелять. Это, скорее всего, так и выглядело. У меня как будто бы лоссы, не знаю, там, 90%. Хотя, даже не знаю. Ну, 80%, допустим. Еще персонажа в разные стороны отбрасывала.
если она убежала. Тиммейт. Ничего не понимаю. Ничего не понял. Они просто кемпили, что ли? За камнями, походу, сидели, я хуй знает. Блин, конечно, немного обидно было так проиграть. Даже не пострелял. Надо было назад еще отойти. Пиздец, конечно. Карта бы уже поменялась. Пора бы поменять карту. Thank you.
соточку. Ну там, наверное, на 90 на самом деле. Я думал, тиммейт убежит. Сучка. Они внизу или нет? Ничего не понимаю. Что происходит? Что за пиздец? Thank you.
конечно. Но зато много аптечек. Звуки, конечно, да. Катар такая хуета, конечно. Керамбит, конечно, мог бы быть красивее, но он и так прикольный достаточно.
честно закрою.
8 урон. 2. Осуждаем. Конечно, не серебро нихуя играет. Настоящее серебро сейчас, скорее всего, даже в игру не заходит.
Thank you.
Надо не забыть найти еще.